Друзья, всем привет! Сегодня буду готовить драники. Вот, взяла здесь у меня отсвечивать немного. Так, здесь у меня две картошки, один батата и лук. Еще яйцо понадобится. И сейчас возьмем соль. Так, а где у меня соль? Так, соль, кстати, пропала. А, нашла соль. Просто чай вчера брала вечером. Заваривала. Закрыла соль. Так что вот. Кстати, у нас отключали воду. Я набрала полную кастрюлю воды. Вон стоит. Вот. Буду готовить драники. Рушан заказал. Драники я буду готовить по рецепту Натальи. У нее канал «Живу вкусно». Кстати, кому интересно, переходите, ссылочка будет в описании к этому видео. И вот драники из картофеля и батата. Вкусно и необычно. Так что ссылочку я обязательно оставлю на ее канал в описании к этому видео. Прикреплю еще в комментариях. Переходите, обязательно подписывайтесь. А я пока буду готовить дранички. Вот как приготовлю, уже вам покажу. Кстати, я сегодня вот в таком костюмчике, сейчас пойду подальше. Видно мне, нет? Вот такой костюм. Кстати, это с любимого Василька. Кстати, простите за обзор на втором канале, за плохой обзор. У нас в тот день и свет отключили, у нас все как попало было. И я быстро-быстро хоть что-то для вас, и поэтому так все получилось. Вот. Теперь буду уже повнимательней. Так что ничего страшного, бывает. Я смотрю, потом монтирую на камере пятно какое-то. Это уже не убрать. Потом я камеру тоже протерла. Так, я беру, наверное, возьму половинку, потому что она по рецепту тоже половинку брала. Вот, и буду натирать. Кстати, у нее точно такая же терка, как и у меня. Сегодня отключили воду, потом отключали свет, потом включили. Не знаю, что происходит, но без воды было нелегко. Поэтому потом подключили воду, я бегом кастрюлю набрала воды. Сюда выложу, потому что картошку я буду отжимать. Тоже так же натираем. Я думаю, драники все готовили, все знают, как это делается. Конечно, лучше в одном направлении натирать. Так, с картошкой покончено. Так, и нужно нам будет ее хорошо выжать. Все, идем выжимать. Теперь добавляем так, теперь мы лук накрываем. Так, у меня не кулинарный канал, и я вам немного буду иногда показывать, что я готовлю, что приготовила. Иногда бывает, что и некогда даже отснять, быстрее поел и огород. Сейчас, знаете, если честно, вообще снимать нечего, в плане того, что мы ничего не делаем. Материал есть вроде, да, а делать некогда, потому что огород, огород, огород. Потому что наш сорняк, он мешает соседям, от нас к соседям перейдет сорняк. Поэтому мы скорее-скорее от него избавляемся. Я говорю, я вечером прихожу, у меня ноги трясутся от усталости.
Вот у меня, чтобы полить наш огород, у меня уходит времени часа два, чтобы полить наш огород. Потому что таскать тяжелые ведра тоже неохота. Я беру ведро поменьше, чтобы не надрываться. Иначе потом начинает живот болеть. Вот. Поэтому вам немного покажу, что дома происходит. Показываю. Сейчас пойду засниму, чем Рушан занимается в данное время. Вот. Теперь добавляем одно яйцо. Предварительно яйцо помыла. Я его проверю еще. А по поводу тухлых яиц, попадаются тухлые яйца. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, то, что яйца долго не собирали. Я не знаю, бывало такое, что мы и по 3 дня не собирали яйца, потому что у нас они есть. Зачем их собирать, идти как-то не ходим по несколько дней. Может, из-за этого, может, не из-за этого, я не знаю точно. Но были яйца, попадались тухлые. Так, теперь нам нужна сода. Берем пол чайной ложки соды. Перемешиваем, добавляем яйцо сюда. И добавляем сюда муки, примерно 2 столовые ложки муки. К ним. Забываю их одевать и не люблю, мне в них неудобно. Так, я смотрю, обжарились немного. Так, обжарились. Так, теперь закрываю крышечкой и пусть готовится. Ой, какая красота у меня здесь, выходишь. Красота, я потом еще покажу, какую посоветовали мне подкормочку для них. Вот. Но сегодня погода хорошая. Можно к вам в гости? А то вы прям дверь такую шикарную поставили, закрылись. Можно зайти? Спасибо. Чай, кофе есть? Нет, или кухня еще не готова? Еще пока не готова. Вот чем Рушан занимается. Смотри, какие насколько кривые, да, потолки? Вот смотри, сколько здесь получается идет расстояние. И вот здесь. Видишь? Ого. Ну это да. Я не знаю, либо строили так, либо просто усадку дало, и вот оно все вот так пляшет. Не знаю, Рушан, не могу сказать. Не я строила тут столетний домик. Ничего страшного. Доделаемся. Сейчас выровняем все и нормально. А кто там в это косой работает? Или как оно там? Не коса, а газонокосилка. Я не знаю, косой там работает или не косой. Это Коля вроде не косой. Ну, Рушан. Это Коля косит. А, да, он уже все скосил. Не, он перед домом теперь косит еще раз. Ну круто, молодец. На месте не сидит. Дед 70 лет, а вот не сидит. Не могу без дела сидеть. Да, и, кстати, и крышу будут покрывать, да, скоро? Так, а уже начал. Уже? Стропила, а я смотрю, стропилы таскают. Я говорю, что вам помочь? А такой говорит, нет, пока справляемся. И упрямо и не хочет. Вот я ему говорю, давайте, говорю, вместе. Да нет, говорит, я не тороплюсь, у меня до конца лета время есть. Я сегодня 4 балки кинул. Завтра 5 досок подбил. Я говорю, так мы, блин, быстренько за неделю сделаем. Не, говорит, мне так не надо. Он сам крышу покрывает? Да, он уже начал стропила кидать и постепенно доски подбивает. Ну, ничего, хочет сам, значит.
Не, ну понятное дело, когда я увижу, что, допустим, он не справляется, я там подбегу, потому что я периодически смотрю, что он делает. Ой, еще даже не замечала, что крыша уже разобрана? Уже разобрана. Уже получается. Ладно, нет, крыши сама нет. У него, помнишь, в комнату заходил, где потолок рушился? Угу. Вот. Вот это все равно разобрал. А-а-а. И новые вот эти штуки сейчас кинул. Ну, схожу, потом посмотрю. Угу. А, ну ладно, работай. Муж мой. Давай, не отвлекай меня. Тебе что-нибудь помочь надо здесь? Нет. Я там уже доготавливаю. Сейчас пойдем перекусим. Могу прийти помочь. Да нет, пока здесь я один справлюсь. Потому что я не делаю, не занимаюсь пока. Когда, как говорится, помощь нужна будет, ты услышишь зов Тарзана. Дранички готовы. Вот такие вкусные, аппетитные. Со сметанкой. Домашней нету сметаны. Вот, так что подписывайтесь на канал «Живу вкусно». Ссылочка будет в описании к этому видео. Да-да, это я снова тебе в гости. Бросай это дело. Зачем? У меня предложение есть. Вкусное? Вкусное. Пойдем, покушаем немного. Перекусим перед обедом. А, то есть еще не обед? Нет. Ну, да, пойдем. Какой обед? Время 11 часов. Ага. Я счастливый, время не наблюдаю. Ой, настолько кривой потолок я еще никогда в жизни не видел. Ну, что-то так надо красиво. Пойдем. Это как так? Когда нажимаешь, она вот так гибается. Тук-тук, кто там? Нормально места будет? Ну да, нормально. Наклонился. А будешь туда зачем делать? Снова ну, дырку да. Сверлить? Лучше наклониться, и потом всю жизнь будем такие горбатые, с тулой ходить. А, зато когда, смотри, когда она высоко стоит, получается, она... Брызгает на пол и все. Оно так и так будет брызгать. У нас ну, там а тоже выше, вот, тем больше видите, брызгает. Там вот дырочка, там тоже был раньше, кран стоял. Поэтому кран нужен во дворе, даже элементарно руки помыть после огорода. Мы всю эту грязь тащим в ванную. Да, у нас красота на реке на нашей. Ходить близко не буду.